Здравствуйте, мои дорогие. Как меня видно, как слышно? Все хорошо? Привет, привет. Сегодня у меня тема моего эфира будет очень интересная. Добрый. Все хорошо. Сегодня у нас двойной эфир с участницей седьмого потока «Лучшая версия моего тела» Татьяной. Сейчас Танечка подключится. Посмотрим. Сегодня я выложила пост, но она впервые, и поэтому будет, может быть, не сразу. Ну ладно, мы ее подождем. У нас разница во времени с ней. Я живу в Сибири, она живет в Москве. Поэтому не все так просто, но хорошо, что у нас есть интернет, и мы можем вот так вот общаться. Так, почему именно Танечка? Знаете, как ни странно, нет, сегодня девочки в прямом эфире, и будет со мной Татьяна общаться. Все Татьяны очень, надо сказать, они работоспособные. У меня в предыдущем потоке, в шестом потоке была модель Татьяна, она показала очень шикарные результаты, просто не лучшие результаты. И я про нее писала, и ее фотографии ставила, и постоянно у нас была трансляция, шла, как у Тани, у модели Тани все происходило. Она стабильно выкладывала свои результаты, я отслеживала, и было все вообще замечательно. Так, где Таня? Наша Таня где? Вот. И в седьмом потоке тоже Таня. Ага. Татьяна Зотова, она оказалась очень работоспособной. Сразу, что называется, начала, вошла в работу и безоговорочно, без всяких скандалов, без всяких недоразумений, она просто шла за мной под руку. То есть она выполняла все сразу. Я обращаю всегда внимание на тех людей, которые выполняют мои распоряжения и которые идут в ногу с моей системой. Вот и Танечка. И Таня, да, Таня, привет. Таня, вот и Татьяна. Так. Ой. Таня, как мне тебе подключить? Ага, вот. Сейчас Таню подсоединят. Ожидание идет. И Таня, она включилась в работу сразу. У нее сразу пошли результаты. И я прям видела. Вот наша Таня. Так, сейчас я подальше отодвину. Вот так. Подальше, Татьяна. Угу. Я тебя уже представила. Я тебя представила как лучшую с того потока участницу седьмого потока, которая безоговорочно выполняла все мои рекомендации и вышла победительницей. То есть имела лучшие результаты не только внешнего вида, но и по здоровью. Девочки, давайте... Это да, так и есть. Послушаем Таню. Что она расскажет, Тань? Ну давай, как это происходило? Как ты меня нашла? Скажи сначала, как ты меня нашла? Ну, нашла я вас через как раз вот этот Инстаграм. Я подписана на одного блогера. Ой, боже мой, вылетела из головы. В общем, она вас прорекламировала на своем, ну, аккаунте. Можно на... Вот, а я в это... А? Можно, слышно? Можно на ты уже. Да, ну вот... И прорекламировала тебя, и я, конечно, по ссылке... Сейчас, секунду, у меня собака рвется. Вот, по ссылке
перешла, заинтересовалась. В это время я как раз искала какой-то способ, но основное, конечно, у меня цель была не просто похудеть, а остановить, скажем так, возраст. Меня очень пугало то, что я резко стала стареть после того, как вот начался определенный период, у всех женщин он бывает. А сколько тебе лет? Вот. А сколько тебе лет? Мне вот 48 исполнилось 5 августа. Вчера как раз отмечали. Поздравляем тебя всех, девочки. Вот. И когда, конечно, я увидела ваш блог, ну, аккаунт в Инстаграме, ну, меня очень ваша внешность просто... Ну, я думаю, вау, я тоже так хочу, а чем я хуже? Почему у меня вот вдруг и не получится? Конечно же, как любой, наверное, кто ищет, вот, всегда подвергает сомнению любую информацию, которую получает, фотографии, тем более сейчас такие возможности, там, фотошоп сделать вообще ничто не стоит. Но когда я увидела, как вы, Ольга, своих учениц вот прям показываете, Татьяна вот как раз участвовала осенью, да, в вашей программе, и я вот видела, что с течением времени я следила, мне было интересно, она на самом деле стала менять свои формы. Но как у любого человека, опять же, который хочет, но еще у него мотивация внутри не созрела, я, значит, смотрела, наблюдала, и подспудно вот внутри у меня такое было: «Господи, я, наверное, так не смогу». Не, я не смогу. Ведь не понимаешь же, в чем программа на самом деле заключается. У каждого человека есть свои стереотипы, что там какая-то жесткая диета, какие-то вот там изнурительные тренировки с утра до вечера там и все такое прочее. То есть, ну, человек начинает себе придумывать, и я, в общем-то, как бы тоже там себе придумывала, и думала, для меня, не для меня, но вот когда я увидела результаты Виолетты, которая вот у вас индивидуально обучалась, и было только, ну, как бы ее фотография изначально, там она давала интервью, ну, там она вот тетя, реальная тетя. Но когда она выложила фотографии, вы показали, где она уже не тетя, а девочка, вот тут меня просто самолюбие, знаете, как вот подстегнуло. Плюс еще, конечно... Большой фактор сыграл то, что вот я ездила с мужем в Таиланд, и к своему разочарованию я поняла, у меня, в принципе, вот как бы всегда была хорошая фигура, я всегда, ну, не испытывала никаких дискомфортов в этом плане. Ну, там, конечно, периодически, как любая женщина, заморачивалась там на какие-то диетки, там 2-3 килограмма для меня сбросить вообще была не проблема в молодости. Вот, а сейчас, в общем-то, все это было сложно, и я вот заметила в Таиланде, что вообще, то есть, на меня не обращают внимания. До этого всегда мужчины обращали внимание, вот, а тут, значит, взгляд мимо, и, ну, прям вот мне даже самой от себя стало противно. И вот эти все факторы, они сошлись воедино, и когда я приняла решение, у меня было ни копейки денег на ваш курс. Но я приняла это решение. И вы знаете, эти деньги пришли из самых неожиданных источников, как бы вот от которых я даже вот не ожидала. Раз, вот они и пришли. И если бы я могла их потратить вот в один миг там на какие-то более нужные, как мне казалось, на то время дела, но я все равно, в общем-то, я вот отложила, потому что ваш курс не сразу, ну, то есть там анонсировался там 26 февраля, мы должны были начать, немножко откладывался, вот. Ну, в общем, вот я внесла плату, и, кстати, это было еще дополнительным стимулом для того, чтобы идти к своей мечте, к своему результату. Да. Вот, и меня очень подстегивало то, что многие вокруг, подруги, там, знакомые, ну, не скептически к этому относились. И, меня поддерживал муж, дочка тоже мне сказала, что, ну, мам, ну нет, ну ты не сможешь похудеть, дочечка у меня очень стройная такая. Вот, а я говорю: дочь, я буду такая же, как и ты, ну, может быть, чуть потом потолще, потому что у меня кость немножко пошире.
Вот. Но когда пошли результаты, уже такие ощутимые, то есть, ну, когда уже два размера где-то я ушло у меня, да, там килограмм 10, наверное, с лишним, здесь уже, да, и дочка мне сказала, я горжусь тобой, и муж меня поддерживал, и продукты мне нужные там покупал. В Молодец. общем, всегда спрашивал, что тебе купить. Вот, ну, мне в этом плане повезло, хотя вот хочу сказать, да, вот когда я уже вот пришла вот в эти формы, мне показалось, что все вокруг будут «Вау, да, вот ты такая молодец!» Ну, конечно, такие тоже были люди, и меня это прям вот тоже очень вдохновляло, и... но были такие, которые либо вообще молчали. Ну, для себя я просто делала выводы, значит, мне вообще это не мои люди. Потому что, ну, молчат, значит, либо им все равно, ну, я им все равно, да, либо зависть одолевает, я не знаю, ну, в общем, по какой причине, потому что изменения очевидны, как бы их по фотографиям сразу видно, вот. Но были такие, причем из близких таких знакомых, которые даже агрессивно на это реагировали. Конечно, Я даже, я вот, скажу, почему. то есть... спрашивали, зачем за это платить деньги? Вот, ну, возьми в интернете, там это куча всяких упражнений, бери и делай бесплатно, там и все такое прочее. Нет, бесплатно бывает только сыр в мышеловке. И вообще, вот как бы по опыту хочу сказать девочкам, которые присоединяются. Я, кстати, всех приветствую, те, которые сейчас смотрят и которые потом в записи будут смотреть. Так вот, я хочу сказать... Ой, сбилась так с этими приветствиями. 5 секунд. Пока собирается Таня, Так. я скажу, что Ну, и... зависть присутствует, конечно, потому что, во-первых, люди понимают, что человек вырвался вперед, а они нет, они на том же уровне. И это действительно шокирует людей, и многие не понимают, как так? Она была в нашей стае, а вдруг она стала лучше? Что произошло? Да. А мы-то где? Вот что происходит. Я же вас предупреждаю сразу, что у вас ваше окружение изменится, потому что вы явно поймете, ху есть ху, кто есть кто действительно. Это прям четко понимаешь уже после прохождения курса. Да, на самом деле так. А что я хотела вот сказать, что уже когда я прошла ваш курс, я прям вот, Оль, ну, ощутила, что вот те деньги, которые вы запрашиваете за свой курс, ну, это такая условность по сравнению с тем, что в итоге получает человек, конечно, при условии, что он идет, то есть доверяет вам полностью, слушает вас и выполняет все, что вы говорите. Результаты, конечно, у нас у всех девочек результаты, у всех, кто был в группе, вот, просто не все как бы, ну, как это сказать, их оглашают вот так вот публично, да, там показывают, но по замерам было видно, что даже есть и лучшие результаты, лучше, чем у меня. Вот. И я считаю, что вот это просто сущие копейки вот за то благо, которое вы несете. Вот. И очень рада, кстати, что вот я все-таки вас нашла. На самом деле вот был запрос, да, там к Богу, во Вселенную, что вот я хочу повернуть время вспять, я не хочу стареть, я хочу остаться молодой. И мне приходили вот прям тут же ответы, просто их нужно видеть. И один из ответов — это вот как раз ссылка на ваш сайт. И я этим воспользовалась, и я прям вот очень рада. Ну, на самом деле, у меня жизнь изменилась. Ну, просто она бьет ключом, вы понимаете? Мне 24 часа в сутки вот, ну, не хватает. Хотя сейчас Таня, а очень что много не так? работы, вот я практически, да, работаю по 10-12 часов, но при этом я стараюсь выполнять все, что уже наработано, вот, Оно встроилось? Встроилось уже? встроилась, да, встроилась, но бывают, конечно, как у любого человека, там, какие-то, ну, либо чисто физически я не успеваю,
Вот, но у меня ритм жизни поменялся однозначно. То есть я вот как себе загадывала, писала в дневнике, что я хочу быть здоровой и чувствовать себя на 27 лет, вот так оно и произошло. То есть вот я себя сейчас реально ощущаю не на 48, а на 28 лет. В тот период, когда я была, ну, самая счастливая, вот у меня как раз создалась семья. Вот, и, в общем-то, я вот своего человека встретила, и с ним вот по сей день. Вот у меня сейчас вторая молодость, вот, благодаря вашей программе, Ольга. Ой, что-то я подзависла. Меня видно, нет? А, да, у меня вы под... Я себя... Во, нормально. Да. Ну, я вот хочу еще сказать, что я хотела, конечно, подготовиться к эфиру, но сложились так обстоятельства, что вот сейчас на мне нет ни капли макияжа вообще, ни помады, ни тональных кремов, ничего. То есть вот я такая, какая я есть. Конечно, качество кожи моей улучшилось, и я думаю, что это не предел результатов. Вот, конечно... Объемы уходят, кожа не сразу стягивается, но все равно, да, прям вот подтягивается, видно, благодаря вот вашей программе, но потому уникальной. Что, да, потому что все вместе захватываем, именно я веду, это же не просто похудейка, и я не зря назвала это трансформационный курс, потому что сюда входят изменения по всем аспектам, и тела, лица, и внутреннего содержания, то есть гормональной системы. А вот скажите, как вы шокировали гинекологов? Мне уж сильно понравился отзыв. Да, на самом деле, да, вот я должна была еще там в конце марта, в апреле пройти врачей своих, но из-за ковида, в общем-то, это дело отложилось. И мне, конечно, вдвойне было интересно, потому что программа практически ваша была пройдена, скажем так, ну вот 2,5 месяца условно они прошли, и уже были ощутимые результаты на тот момент, когда я ходила к врачам, это было начало июня, у меня было 68-67 килограмм. Это на сколько? Веса, ну и объемы соответствующие, да, тоже. Когда я пришла к эндокринологу, а у меня заболевание неизлечимое, аутоиммунный тироидит, ну, не знаю, правильно я его назвала или нет, но, в общем, это заболевание неизлечимое, то есть у меня гормоны эльтироксин я принимаю каждый день. Ну, еще там в сочетании некоторых лекарств, которые вот как раз порекомендовала врач. Естественно, я сдала анализы, прежде чем идти к врачам. Вот. Когда пришли анализы, я их посмотрела, тоже смотрю, у меня все в норме. Когда не в норме, там красные показатели, ну, по-разному бывает. Ну, то есть это, в принципе, видно, в норме, не в норме. И я смотрю, что у меня все в норме. И пришла к врачу, она говорит: «Таня, что вы с собой сделали? Рассказывайте». Вот. Но, конечно же, так как она еще и врач, но больше знает, как вот все взаимодействует в организме, тем более. Вот. И когда я ей говорила, что я вот это делаю, я вот это, вы еще и это делаете, еще и это, ну вы, вас прям нужно, говорит, посадить вот здесь в моем кабинете, и чтобы вы как сидели, вот как пример, потому что, говорит, только что до вас была женщина 37 лет, говорит, тело как кисель и апатия, но, кстати, вот эта болезнь моя с щитовидкой, она вот как раз-таки и вызывает постоянное состояние депрессии, тревоги, апатии, вот не хочется жить вообще, то есть вот когда это не поддерживается гормонами искусственными, вот это вот гормоны, это очень важно, то есть и мне вот, у меня были времена, когда мне вообще жить не хотелось, у меня ни цели не было, нет, неинтересно мне было, но это все проявление болезни. То вот сейчас, конечно, у меня все в показатели в норме, и врач сказала: «Таня, ну просто я аплодирую стоя». И мне было безумно приятно, потому что на самом деле врач у меня, я очень долго искала хорошего эндокринолога, перешла, я даже не знаю, сколько я перебрала, ну человек 20 точно у меня специалистов было, у которых я наблюдалась.
Вот, и вот это, конечно, очень хороший врач, и ее похвала, ну, вот когда она мне замечания какие-то делала, конечно, меня аж прям трясло всю, вот, ну, а уж если от нее похвалы не дождешься, как говорится. А тут я была шокирована, и когда еще пошла к гинекологу, то есть это сразу же после эндокринолога, и она то, те же самые вещи мне стала говорить, что вы все правильно делаете. А, еще меня эндокринолог так поразила, потому что она меня так спрашивает: Татьяна, ну а вы уже там типа задумывались, а вы же хотели ребенка? Я говорю, да когда это было? Я хотела лет 5-6 назад еще, ну когда только 40 исполнилось, а сейчас-то уже. Она говорит, ну вы знаете, с вашими показателями, в принципе... Как бы все возможно, можно, Таня, можно, если хотите, делайте. Вот. Гинеколог подтвердил, но говорит, только Татьяна, вы, конечно, подумайте, вы же понимаете, что это ответственность. Я говорю, ну что вы говорите, я же взрослая женщина. Ну вот, меня очень порадовали результаты моих врачей, и наблюдения я продолжаю. Терапию, конечно, мне... лекарственную ни эндокринолог, ни гинеколог не отменили. Они сказали, что просто у вас стабилизировались все показатели, все. То есть и то, что вы делаете, это способствует тому, что у вас вот идет на плюс, а не на минус. То есть у вас созидается организм, а не разрушается. Вот. Как-то так. То и требовалось доказать. Мы повернули время вспять. Больше никак не скажешь. И каждая женщина это может. Но только при условии, если она делает. Таня, вот вы делаете. Вы с самого начала начали делать. И я видела, что шаг за шагом идете и выполняете строго определенно. Без всяких там... Были же девочки, которые не выкладывали просто-напросто. Сливались. И скандалили даже. А вы просто делали. И вот те, кто просто делает, они все имеют результаты. С каждого потока имеют результаты. Более того, с вами же на потоке была Лена, и она повторно приходила, и у нее тоже такое заболевание, как у вас. Мы с ней работали, и она даже снижала уровень... дозу лекарств. Ну, как-то я в это уже не помню, как это было, я потому что с лекарствами... Я не употребляю лекарства. Вот, поэтому был такой же вариант, и из чего я делаю вывод, что аутоиммунные заболевания, как и все остальные, у нас в голове. Вот. Да, согласна. Вообще, вот вы правы. Я еще что хочу сказать, вот те, кто нас смотрит, да, когда пришла на курс, просто решила для себя, вот как в школе, да, что я буду делать все, что говорит мой наставник. Где-то были вот моменты, где я, может быть, ну, там была, ну, не то что против, да, там сомневался, ой, а действительно, а так, может, да, вот. То сейчас, когда я уже прошла этот путь, я думаю, вот теперь я уже могу проанализировать, у меня уже есть опыт. Я могу сказать, что настолько грамотно у вас построена программа, настолько она вот, ну просто вот каждая ступень, каждое наше занятие, то есть вот это все дается вот в нужной дозе, в нужной последовательности. То есть вот когда вы нам еще говорили, девочки, не спешите, сразу нельзя сожрать слона, да, нужно по частям его, по частям. Мне кажется, если был бы такой вот быстрый результат, вот выпил пилюльку, да, и раз, проснулся, уже красавица на 20 лет моложе, это бы не ценилось. Вот сейчас я, конечно, ценю свой результат, и мне, конечно, для меня это тоже очень большая мотивация, вот чтобы... продолжать жить в том же режиме, который я вот сейчас уже для себя выработала. Вот, и да, я считаю, что у вас очень грамотно построена программа, вот, и девочки, все, кто вот думают, да, идти, не идти, а если решили для себя идти, вот просто доверьтесь Ольге, потому что у нее это уже... проверено не один раз, и на нас, и все. И просто слушайте ее. И даже когда, если она там делает какие-то замечания, там кого-то, может быть, ругает,
Но опять же, из лучших побуждений, чтобы все было в нужном ритме проходило, в нужных пропорциях, скажи так. Вот, просто идите, доверьтесь, и, конечно же, вы достигнете результатов, возможно, даже больше, чем мои. А вы знаете, на самом деле, действительно, я же все сначала создавала под себя, и, естественно, я это знаю поэтапно. И даже когда у меня ведет куратор, я тоже чат смотрю, просматриваю, хотя куратор — это моя самая близкая ученица Алена, которая по моим стопам шла и тоже имеет отличные результаты. Я ей доверяю полностью, потому что она по моей системе идет давно. Вот. И так как я еще тета-целитель, естественно, я все эти целительские штучки, я это вставляю, как вы понимаете. Без них результатов таких, ну, мало кто получает в других курсах. Именно упор построен на работу еще подсознания. И, конечно же, я понимаю, так как я захожу в пространство чата всегда, и понимаю, считываю вот настроение, считываю, как люди, да, они способны принять или не способны, или они уже разленились. И вот та грань, когда они уже не хотят, я вижу, что вот чувствую, что вот, ну, уже вот это вот огонь где-то потухает. И я тогда уже беру эту палочку волшебную, пендель, который я тут начинаю прям по полной. Ну, вы знаете как. Я не только глажу по голове, а действительно я очень мощный мотиватор, и я знаю, как поступенчато мотивировать. То есть я знаю, как и пряником, и как кнутом. И периодически я это меняю, эту систему, потому что она действительно отработана и очень хорошо зарекомендована. Потому что наша психика так устроена. Так как я работаю еще и с мозгом, я это все понимаю, как это все происходит. И на каком уровне необходимо подсластить, а на каком уровне нужно пинка дать. И такого пинка, чтобы человек просто не успел оглянуться, вот так вот ему вставить заряд, чтобы он только вот так вот сказал, а ему уже надо делать. И только тогда он начинает создавать новый шаблон. Только тогда мозг начинает выходить из этого круга и создавать что-то новое. Вот это и называется идти вперед. Кто-то меня называет жестким мотиватором, но я просто знаю, как работает наш мозг. По-другому никак не получится. Если человека всегда гладить по головке, не будет хороших результатов. Более того, я уже отметила, так как вот 8 потоков прошло, чем больше человек платит за курс, тем жестче с ним надо работать. Представляете? И тем лучше результаты получаются. Вот как это? И потому что, когда человек начинает там что-то обижаться, что-то там, вот начинает вот... Я это называю одним словом. Возрастные слова, девочки. Потому что вытрите в тряпочку и идите вперед. По-другому не получится. Иначе вы останетесь и пойдете в старость. Если вытрите все это и пойдете туда, куда я направляю, вы пойдете куда? В молодость. Потому что вы создадите с моей помощью новый шаблон. Вот и все. По-другому никак не получится. Но это так ведь, да? На самом деле, это вот просто вот, ну, сущая правда, и я это на себе, на своей шкуре прочувствовала, вот когда уже прошли изменения у меня, да, большинство людей, они не понимают, особенно мужчины, вот, которые меня там не видели, допустим, да, еще же ковид был, то есть никто не общался там вот так вот лично, видели и говорят: «Таня, ты что, болела, что ли?» То есть вот это вот похудание, ну, резкое, да, вот, ну, скажем, изменение форм, не то, что похудание, вот, вызывало почему-то вот не... Ну, то есть именно вот, да, почему так вдруг случилось? Наверное, болела. Нет, говорю, это целенаправленная такая работа. И на самом деле, Ольга, да, вот в отличие от любых других, вот, которые я видела, там, программы, диеты в Инстаграме, в интернете, да, чем я хочу вот еще сказать девочкам, отличается то, что прежде всего вы работаете, да, с головой, с мозгом, с нашими установками, да. Потому что
у большинства людей, ну, практически у всех, да, что, извините, после там 45, после 50, все, это уже бабушки, это уже нужно себя соответствующе вести, уже старость, уже там копить деньги на, откладывать там на, как это, на старость, погребальные, да, или что-то там вот такое, да, вот. На самом деле, да, и так я с этим столкнулась, потому что вот я сейчас себя чувствую молодой такой, да, а некоторые такие так прям искренне удивляются и говорят: «Господи, ты же уже не девочка, вот что ты там типа молодишься?» Ну, я не знаю, из зависти или действительно так человек вот стереотипы вот эти вот не может сломать, то есть, а в принципе как бы может ему и комфортно жить в этих стереотипах. Вот, то есть вот такая вот присутствует... Ну, не агрессия, а вот именно протест вот такой, да, типа, ты чё, лучше всех, что ли, с какой стати? Ты, если все бабки, то и ты тоже бабка. Ну, вот в таком духе. А ваша программа как раз дает вот эту возможность вот здесь вот в голове все перевернуть, скажем так, да, и когда еще и начинаешь верить в это, и вот ваши тета-сессии, тета... целительство вот этого, да, оно очень помогает, потому что я вот сама от себя так не ожидала, я думаю, господи, ну, правда, да, неужели вот, а вот мозг перестраивается, да. Перестраивается, уже подсознание твое перестраивается, ты просто это воспринимаешь уже как данность, вот. Ну, это чудо, я по-другому не могу назвать вот это вот всякие эти приемы, тета-приемы, да. Но я в это верю. И даже когда я не верила, а это со мной происходит, происходило, да, и происходит, просто воспринимаешь это как факт, думаешь, да, ну неужели, вот все, да, так. Ну, эти установки социума, это, конечно, социальная матрица, это очень сильное явление, и, конечно, стереотип поведения, что после 40 почему-то люди должны стареть. Я когда задаю вопрос, а почему вы должны, вы никому ничего не должны, это ваш выбор. У человека всегда выбор, или идти в старость, в дряхлом теле. Ну, смотрите, возрастные изменения и старость — это не одно и то же. Вы теперь поняли, да? Что это не одно и то же. С возрастными изменениями, ну вот вам около 50 лет, мне около 60 лет, мне вот тоже 25-го было 58 день рождения. И что? Я выбрала просто возрастной период проходить в молодом здоровом теле. Вы тоже... И все мои ученицы, они тоже выбрали именно этот, но это их выбор. Естественно, все те, кто выбрал, сделал выбор идти в старость, и в старом теле с болезнями, все, что заработали, что копили, все нести туда, то они так и будут делать. Это выбор человека. А если у нас выбор идти с возрастом, идти бодро, по-молодецки и в здоровом еще молодом теле, а вы посмотрите, тело-то у вас шикарное стало. У вас такие фотки просто вообще невероятные. У меня дочь, она все же знает, она тоже в моем в этом. И она говорит: мам, ну смотри, она прям вот из Золушки, в принцессу, Татьяна-то твоя. Я говорю: да. Она прям еще вот это платье, это же платье... Это платье как раз с выпускного моей дочки. Просто мы... Ну, оно хранится как память. И, конечно, вот это расшивала я его... ну, как эту вышивку всю пришивала, укрепляла, чтобы она не отвалилась. Она там была приклеена на клее. Вот. И мечтала, конечно. У меня никогда такого платья не было. И выпускного такого вот... конечно же, и я понимала так с горечью, думаю, ну мне такого уже, конечно, не видать, и не одеть, и не... Нет. А тут, ну, как-то мы так решили, давай померю, давай, потому что сейчас у меня размер XS, то есть я вот когда, да, в магазин захожу, там, ну, до этого был XL уже, XL, и, в общем-то, почти, ну, 48-50. А сейчас XS — это 40-42, то есть вот получается как сколько, 4 размера, да? Да, как ушло. Мы с вами... Вот. И, да, сейчас вот у меня, ну, закончилась ваша программа, но цель-то я себе ставила 52 килограмма 90-60-90, вот, ни больше, ни меньше, именно такой я была в свои 27-28 лет.
И вот сейчас у меня уже 53,5 килограмма, и Цель. по объемам тоже вверх 90, ну там даже, может быть, ну так, смотря какое белье одену, там 88-90, бедра 90, Вот. и талия 50, вот последний раз мерила, 67 была, 60, да, 7 где-то, вот так Ну, здорово. это. Вот. То есть... И я уже по себе чувствовала, то есть сначала как бы уходят там объемы вот живот там и все, да, а сейчас я уже чувствую, что объемы ушли везде, и вот и на запястьях, и пальцы, и ноги, стопы, то есть обувь, которая раньше была как раз, сейчас уже свободная, то есть вот, ну как бы везде, везде, везде по-другому уже себя ощущаю, и, конечно, энергии у меня через край. Что раньше, вот еще только год, даже год назад, я уже все, то есть, ну, чувствовала себя весьма плохо, потому что и моя болезнь гормональная вот с щитовидкой, и плюс еще наложился вот этот период климакс, в общем, было очень грустно. А сейчас И весело. стало о том, что но происходит, да, вот, я рада, конечно, я счастлива, конечно, вот. Это насколько в объемах, насколько ушло? Но если в общем, да, вот как у нас там общий объем, это 112 сантиметров, вот, и я имею в виду объем, там, мы, если замерить грудь, под талия, над талией, под талией, бедра, ноги и руки. Ну, а так, в общем-то, если детально, ну, с талии у меня ушло почти 20 сантиметров. Ой, здорово, как 20, это вот. самое главное место для женщины, да, талия. Да. С бедер 14 сантиметров ушло. Ну, вот ровно где-то вот 4 размера, да. Теперь я примеряю спокойно вещи дочки, и мы теперь некоторые вещи даже на двоих покупаем, Здорово. потому что, конечно, гардероб пришлось сменить полностью. Даже вот пыталась перешивать что-то, но нет, бесполезно. А в килограммах сколько? По килограммам, значит, ну это получается, сейчас я 53,5, а весила 70, когда начала программу, 71,1. Да, ну, сколько там, 17-18, наверное, килограмм, где-то вот так. Но это уже за период, наверное, побольше. Это за 5-6 месяцев, да? Да, получается, ну вот март, апрель, май, июнь, июль. Да, 5 месяцев получается. За 5 месяцев вот примерно где-то 18 килограмм ушло, да. Ну, это нормально. Но я не делаю акцент именно на весе, вот как вы говорили. Да. Хотя, конечно, периодически взвешиваюсь все равно. Вот, для меня главное самочувствие, вот как я себя чувствую. А как муж? Так что... Ну что же, я могу сказать, он просто очень рад, очень, ну, носит меня буквально на руках. А теперь-то такую перышко это можно носить вообще не спуская с рук. Нет, он рад, он очень рад, но даже говорит: Тань, тебе можно было бы даже и ну, чуть-чуть поправиться. Вот. Хотя он и по мне видит, что, в общем-то, я себя и чувствую лучше, и все, и, конечно же, он рад. Вот. Это здорово, это, конечно, здорово. Но сейчас главное зафиксировать результаты и чтобы они были стабильные. Потому что самое главное — это стабильность. И теперь уже не нужно столько вкладывать, вот как я в чате вам писала, уже столько времени уделять тому, что мы при обучении уделяли времени, это действительно было много обучения. А сейчас просто корректировать. И это недолго. Это совсем недолго, но это делать просто нужно стабильно. Вот и все. Это вообще легко. Вы же уже поняли, что это легко. Вот сейчас-то уже, да, когда пройденный вот этот путь, уже понимаешь, что сначала, конечно, но это везде так. Это в любом, даже когда на другую работу переходишь или
другой бизнес создаешь всегда сначала, вот первый вот этот шаг, он непростой для людей. А потом идет, как второе дыхание открывается, и пошло, уже там уже не остановить. И человек, если он не бросает, у него стабильные результаты. Ну, я сужу по тем людям, которых я вижу, которые в моем городе, девочки, и которые бросают, ну, это их выбор. А которые идут стабильно, они в этом теле остаются очень долго. И всю жизнь, вот, если я с 35 лет начала, мне сейчас 58, я стабильно в одном вот этом весе. И 48-50 я держусь, и я уже не, замеры не произвожу, у меня 40-42, ну, на зиму я чуть-чуть 40, ближе к 44-му, а к лету я ближе к 42-му. Вот таким образом у меня 2 килограмма гуляет, и мне это комфортно. Как я собралась, значит, на пляж куда-то ехать, отдыхать, естественно, я к 42-му. Новый купальник и к 42-му. Кстати, вопрос на засыпку. Еще никуда не ездили? Купальник еще новый. Не пробовали? Купальник, да, нужно купить. Вот мы как раз сейчас собираемся на следующей неделе, уезжаем в Астраханскую область, поедем на рыбалку. Вот, конечно, там купаться будем, купальник нужен. Старый уже, конечно, велик. Да, конечно, велик. Ой-ой-ой, как велик, Танечка. Тут даже и сомневаться не в чем. Таня, я слушала сейчас и думаю, что бы Тане подарить? Потому что подарить я, конечно, обязательно подарю, потому что лучшие результаты это, во-первых. Во-вторых, с каким азартом вот это вот шло и как в чате заводила. Это же палочка, которую заводила после меня. Даже когда у меня опускались руки, не опускались руки, меня разочаровывали некоторые девочки, которые там были, и приходилось корректировать поведение и все естественное человека. Опять. Немножко есть. Вот, появились. Да. Думаю, Танечку я, конечно, ей подарю что-то. И вот сейчас я... Да, я хочу подарить гормональный марафон. Вот этот последнее мое детище, которое я недавно запустила, и первый поток у меня прошел. Это гормональный марафон женские даосские практики. Но я хочу подарить тебе. Ой, спасибо. VIP-участие. VIP-участие, которое плюс еще с трансформациями. 5 новых трансформаций для новых женщин. Это те как раз та работа, которая вообще супер индивидуальная, которая ко мне пришла, когда я на Бали летала, вот как раз перед самоизоляцией, ко мне пришли новые вот эти трансформации, пошли, и я их, они еще не распакованные были, я понимала, что будет что-то новое. И я, на эти трансформации придут только те женщины, которые готовы быть новыми женщинами. Вот. И, конечно, пришли именно те. И в их число теперь входите и вы. Ой, спасибо вам, Ольга. Мне даже так немножко неловко, но мне так радостно, потому что вот вы проводили вот этот курс даосской практики. Ну, я просто понимала, сейчас загружена настолько работой. Вот после ковида теперь, знаете, как это, после этого длительного отдыха, скажем так, накопилось работы, и думаю, ну ладно, ничего страшного, я думаю, я на следующий поток, наверняка, если Ольга только начала проводить, у нее еще будут и будут такие курсы, а тут вдруг вот, ой, такой подарок прямо, я прям очень рада, спасибо вам большое. Это хороший подарок, я всегда делаю подарки, вы заметили, что на самом деле получается еще больше, чем я презентую всегда. А лучшим участникам я всегда делаю самые лучшие подарки. И я люблю их дарить, и я всегда смотрю, что нужнее для женщины, считываю, чтобы это помогло. А так как для VIP-участников это будет в
бессрочное пользование, то есть это в личном кабинете будет всегда. И... Ой, спасибо большое. У меня аж прямо мурашки идут, потому что, ну, на самом деле я чувствую, вот я вашу эту программу прошла, да, новая версия моего тела, думаю, ну, даосские практики нужно. Потому что девчонкам, которые вот в моей группе были, большинство из них из Кемерово, и где-то они даже могут с вами лично вот так пообщаться, да, поговорить там о чем-то там своем, то я живу от вас далеко. Но опять же, вот лишний раз доказывает, да, сегодняшняя наша встреча, что интернет — это великая вещь, и вне зависимости от того, где живет человек, все равно можно общаться, дружить и делать друг другу подарки. Конечно, в эту программу, мне очень приятно. В эту программу входит все то, что я использую для гормонального омоложения. Все секреты выстроены также по схеме, по четко выверенной схеме. И это, как одна из участниц написала мне в отзыве, я еще его не выкладывала, Ольга, это, говорит, энциклопедия, гормональная энциклопедия, вот, которую не надо никуда вообще ходить, просто вот иди. Ну, я люблю выстраивать такие системы, которые очень просто, чтобы человеку в использовании было. Это четко выверенная система, VIP-участие, плюс еще и часовая тренировка со мной. Именно женские даосские практики. То есть, Таня, вы без меня не будете. Вы будете. Ой, ну, я прям просто вот, вы знаете, вот Бог меня любит, вот явно. Я, конечно, стараюсь, сама все усилия прикладываю, но мне вот такие подарки приходят и от вас, и вот сегодня, ну, день рождения у меня было, вот тоже вот много, ну, таких неожиданностей, и все так приятно, и вот это вот последнее время. Последние недели у меня вообще, вот как вы говорите, вот я себя прям ощущаю звездой-звездой, которая вот дарит подарки, да, лучшие слова, говорят комплименты, то есть вот да. А у нас мне еще... прям везет. Танечка, у нас будет трансформация звезды вот в VIP-участии, поэтому... Да? Да, трансформация звезды будет, это обязательно. Новые женщины не будут иметь программу «Звезда». И это очень шикарная программа, на самом деле. Я ее имею от своего учителя и понимаю, о чем я говорю. Поэтому это шикарные трансформации. Поэтому человек, который владеет этой информацией, женщина, она, можно сказать, бессмертна. Потому что все секреты, даосские секреты, именно выстроены по схеме, даосы, они стремились всегда и стремились и стремятся к долгожительству, здоровым, сексуальным, заметь, в сексуальном теле всю жизнь до последнего вздоха. И это очень важно, на самом деле, для женщины. Когда женщина излучает вот эту привлекательность, сексуальность, столько, сколько она хочет. Это доступно не каждый. Не каждый. Поэтому меня всегда спрашивают: Оля, ну вот а как вот мужчины? Я говорю, да, мужчины должны подтягиваться к таким женщинам. И я вот сейчас буду параллельно вести уже курс. Я обещала все для мужчин. У меня спрашивали, мужчины приходят ко мне на тета-сессии, а я с ними по зависимостями обычно работаю. Там игромания, алкоголизм, там еще какие-то, ну, зависимости. А сейчас я уже запускаю курс, параллельно буду вести. Алена будет мне помогать, и конечно, у нас будет теперь и мужчины. Как же будут новые женщины? Вы же будете размножаться, то есть копировать новые женщины, потому что чем больше будет женщин с новыми программами, тем больше вас будут востребоваться в новых мужчинах с новыми программами. Естественно, мужчины такие необходимы. Вот они теперь будут. Короче, теперь молодость по всем векторам. То есть спин молодости я запускаю уже и более в расширенном варианте. И, конечно же, это здорово. Люди будут иметь выбор. Не будут, а люди уже сейчас могут иметь выбор. Идти по жизни в молодом теле и заканчивать жизнь тоже в молодом здоровом теле. Они почему-то не понимают, что заканчивать жизнь можно и в молодом.
дом в здоровом теле, это же просто ход. Вот люди тут не понимают, маленько не догоняют многие. Вот, ну вот так, Таня. Ага. Да, ну заканчиваем наш прямой эфир. Я думаю, что многие вот воодушевлены, конечно, такими результатами, потому что с каждого потока лучший результат имеется, и этот результат просто вау. Это не просто вот 2-3 килограмма, но даже 5. А вот такие вау-результаты, как вот твои, и в каждом так потоке. Поэтому следующий поток тоже будет иметь вот такую же красавицу молодую, принцессу, как моя дочь сегодня сказала, говорит, мама, из Золушки принцесса, говорит, Танечка такая. Вот, и давай пожелаем девочкам не лениться, да, идти вперед. Это возможно. Это точно. Да? И я, в свою очередь, хочу сказать вам большую благодарность. Ну, во-первых, за подарок, который вы мне сделали, мне очень приятно. Вот, и вообще за то, что вы есть, за то, что вы придумали такую программу. И, казалось бы, вот все так просто. Вот то, что вы даете, это несложно, это просто. И думаешь, ну как вот, да, а главное, результаты потрясающие. И я просто очень вам благодарна, что вы вообще есть, что вы с этой программой, и желаю вам развиваться дальше, желаю вам благодарных клиентов. Вот, и спасибо вам большое. Спасибо, Танечка. Спасибо, дорогая. Люблю, целую, обнимаю. С днем рождения. С днем рождения можно поздравлять и поздравления принимать вообще весь год. Раньше нельзя. Это да. Рождение после. Спасибо. Поэтому еще раз. Спасибо за. И, конечно же, вперед. Только вперед. Идем вперед. Улучшаем результаты. Да? Договорились? Да, именно. Да. Ну, пока. Спасибо вам. Пока. Все, тогда отключаюсь. Всего доброго. Так, ну вот, девочки, понимаете, как у Танечки получилось? И получается не только у нее, заметьте, получается у всех, кто делает, кто идет по моей системе и фиксирует результаты. И я не зря вам сказала, что идти по жизни не обязательно после 50 в старом теле, больном теле. Совсем не обязательно. Услышьте эту мысль, услышьте мою идею и просто-напросто задумайтесь об этом. И приходите на мой курс на лучшую версию моего тела, который я запускаю в 9-й поток. Будет параллельно идти с 1-м потоком для мужчин. Это будет последний день сентября. Я открыла предварительный набор, предварительный список. Завтра разместит моя ассистентка Алия в директ, уже не в директ, а ссылку в таплинг будет уже на курс размещена, и каждый может внести, например, ну там все, условия, все описано. Приходите, приходите, дорогие мои. И улучшайте свои результаты. И задумайтесь о том, а нужно ли идти по жизни в старом дряхлом теле? А зачем оно вам? Какой смысл? Где смысл? Вот смысла нет вообще. Есть здравый смысл идти вперед с возрастными изменениями, но какими? Вот здесь с возрастными изменениями, который называется мудростью. Идти по жизни легко, комфортно, играючи. В молодом здоровом теле. Возможно, всем. Я этому доказательство. Мои клиентки, лучшие клиентки мои, тоже доказывают именно, что система моя выводит на такие результаты. Более того, вы же понимаете, что сейчас и мужчины будут подтягиваться на эти лучшие свои результаты, образуется такой определенный слой новых людей. И, конечно же, это будут лидеры. Это не просто курс, это трансформационный курс, где человек
меняет не только тело, но меняет и взгляд на будущее. А взгляд на будущее — это как? Это ему интересно идти вперед. Интересно познавать, интересно создавать, интересно творить. Понимаете? И когда человеку это интересно, он и идет в будущее, он его и создает. Кому не интересно, он и стареет, и дряхлеет, и болеет. Вот в чем разница. Понимаете как? Я недавно тут меня приглашали на радио FM местное, и я участвовала в передаче «Как убежать от старости». Я смотрела и думала, зачем бежать? Нужно просто в нее не входить. А чтобы в нее не входить, нужно перестроить вот здесь. И все. Смотрите, у меня постоянно новые увлечения. Вот сейчас я стала увлекаться восточными танцами. Понимаете? Я обратила внимание на то, что мозг какие-то там движения не воспринимает. У меня это звоночек «Оля». Значит, здесь, где у тебя не получается, туда нужно и смотреть. Это новая история для тебя. Понимаете? Более того, я своих девочек тоже туда же. Кто захотел, тот ко мне присоединился. И мы вместе ходим теперь, понимаете? Но зато такой азарт, понимаете, это новое. И на все хватает времени, понимаете? Когда человек в азарте, когда он эмоционально выровнен, когда у него всегда хорошее настроение, а если это женщина, то значит у всех, кто ее окружает, хорошее настроение. Вот в чем секрет молодости, здоровья, привлекательности. Привлекательность — это что? Это то, что женщина привлекает. А если у нее все хорошее, настрой позитивный, у нее постоянно позитивный настрой, она и привлекает то же самое. А если она, извините, в противоположных энергиях и настроях, ну а что тогда? Возрастные сопли по лицу размазывать? Ну, размазывать и дальше. Вам их никто вытирать скоро не будет. Скоро такие люди останутся без тех, которые подставляют плечо. Потому что каждый будет ответственность брать на себя. Успевайте перестроиться. Успевайте найти то, чтобы расширило, снял вот эти рамки ограничений, снять и идти вперед. А как идти вперед? Сначала создать молодое здоровое тело. Только тогда можно идти вперед. Понимаете как? Подписывайтесь на мой канал, на мой аккаунт. И, конечно же, проходите по ссылке в шапке моего профиля, где завтра уже будет выложено новый набор на лучшую версию моего тела. Девятый поток. Понимаете, девятый поток. И первый поток следом, я еще не до конца его. Все это делаю я сама, мне помогает ассистентка, но, конечно же, все проходит через мои мозговые вибрации. И первый поток для мужчин будет вау, потому что два пакета будет, и их оба пакета буду вести лично я. У них не будет вариантов не молодеть, точно. И мужскую силу они восстановят 100%. Ну вот я заканчиваю такой на позитивной ноте свой эфир, потому что женщины-то, видите, после курса восстанавливают свою женскую силу. И мужчины также имеют эту способность. Подключат эту способность, восстановят и будут идти рядом с такими женщинами в ногу. Так мы будем создавать новый мир. Кто со мной? Я вас приглашаю и жду с распростертыми объятиями. В молодости и здоровья. С вами была я, Ольга Мира. Пока-пока.